соцсетях уже появляются фотографии изумленных ульяновцев. Свияга еще не встала, а рыбаки уже вышли на охоту. Погода в этом сезоне теплее обычного, с достаточно резкими колебаниями. Поэтому и лед встает неравномерно. Сказывается и густая растительность, сильное течение, стоки теплых вод. На данный момент толщина льда на Свияге составляет около 8 сантиметров. Где-то вода еще не застыла. Спасатели регулярно обходят рыбные места и буквально снимают со льда смельчаков. На этот раз несколько нарушителей рыбачило у аквамола. Успели даже выловить большую щуку. Главное управление МЧС России по Ульяновской области предупреждает, что лед, образовавшийся на водных объектах, не является прочным и не обеспечивает безопасного нахождения на льду. Просим вас воздержаться от выхода на лед во избежание несчастных случаев. Лица, нарушившие требования безопасности, будут привлечены к административной ответственности. Тем не менее, никакой улов не стоит жизни и здоровья человека. Напомню, что за нарушение запрета выхода на лед в периоды ледостава ульяновцам грозит штраф. Анна Тищенко, Улправда ТВ.